Ce supărat! Amare, domnul Sărăin, Tăchea Sărăin, Jânin Cuvântă, Bicil Tăpălăbă Măiara, Altısın Dilemin Tıbınılışı, Bicil Tıpallıbın Tazı Bölücü, Yıkı, Bayık, Manaya Kılbalama, Manyağa Kılışı, Manyağa Kılışı, Hayra Kılışı, Manda Kılışı, Manda Kılışı, Manda Kılışı, Manda Kılışı, Зигил Хамалама здесь вот 75 лет под землей, вот здесь он был, где-то метров полтора-два внизу. Ага. Наш великий Хамбалама Тигилов, он родился два века тому назад. Два века тому назад. 75 лет жил и 75 лет находился под землей. И в 2002 году в сентябре месяце мы его вытащили из-под земли, где он был захоронен. Он сидел в медитации, он и был жив. В реальности он умер действительно в 2002 году. Dashi Darjo Itiginov was born in 1852 in what is now the Ivalginsky district in the Republic of Buryatia. Orphaned at 15, he studied Buddhism and Tibetan medicine at Aninsky and Tamchinsky Datsans. He wrote more than 50 books on Buddhism and created a guide to the healing herbs of Buryatia, based on an atlas of Tibetan medicine. In 1904, Itiginov became an abbot at the Yankajinsky Datsan. He donated his whole fortune to building Dugans in memory of the warriors killed in the Russo-Japanese War of 1904 and 1905. In 1911, Itagilov was chosen to be the 12th Pandito Khamba Lama for Buddhists in eastern Siberia. After World War I began in 1914, the All Buryat community was formed on Itagilov's initiative to help people on the front line. В этот период он, я считаю, раскрылся как личность, именно как руководитель, как авторитет, вот такой, как духовная такая глыба среди буддистов. Он организовывает сбор денег, сбор медикаментов, сбор амуниции, ну, всего того, что было необходимо фронту. In 1917, illness forced Itagilov to resign as Pandito Khambo Lama, and he returned to Yankajinsky Datsan. According to a Buryat legend, on June the 15th, 1927, Itagilov sat in the Padmasana position, gathered his students, and told them to check on his body after 75 years. He then started chanting a special prayer for the dead. According to Buddhist studies, Dashi Darjo Itagilov, through a state of meditation, had reached nirvana. He was buried in a cedar cube in the exact lotus position in which he'd been sitting at the moment he passed away. Хамбалама Кагав он рассказывал, что к нему обратился Амгалан дедушка с села Рангои. Он сказал, что он знает место захоронения Хамбалама Тигилова. Я слышал, что он находится в живом состоянии. И сруб, в котором он сидит, скорее всего, давно уже прогнил. Давайте поменяем этот сруб. У нас как буддисты нет такой практики, чтобы поднимать, да? Ну, как бы мы говорим, человек, когда умирает, его тело разрушается, черви и так далее все съедает, а сознание перерождается. То есть туда приходить, ну, смысла нет, некому приходить. Кому. Учитель сказал, ну что, если есть тело Хамбалама Тигилова, если она где-то захоронена, тогда можно его найти, достать и посмотреть, почему бы нет. Если тело будет не в том состоянии, скажем, да, сохранилось, тогда мы можем заново захоронить. Это была очень большая ответственная такая работа в то время, потому что это было впервые, и Хамбалама принимал очень большое решение по этому поводу. И после этого разговора мы поехали на то место, который называется Хухузурхун. В переводе на русский язык это звучит как «синее сердце». Вот местность.
Вот видите, земля синяя. Ага. Поэтому называется Хузурхан. Земля синяя. А там интересно было. Сперва земля, потом камнями все было заложено аккуратно, как кирпичами. Потом раз убрали, а там иней был. Вот прямо иней. Уже начало все, уже темно, темнеть начало. Мы все закрыли обратно и приехали доложить Хамбаламе. Приехали, доложили, что все, дошли до коробки, до крышки. И все оставили. Все, идите, говорит, ночевать там будет. Что бы открыли, там все оставили. Нас наругал, обратно отправил нас. Мы там ночевали. Почва, она была сухая. Сухая почва, каменистая. Сверху она известковой породой была покрыта. Мы все выкопали, потом аккуратно крышку открыли. И там голова была, и соль была. По грудь. Ну, как бы глазами, ушами, там даже языком потрогал. Ага. Ну, все-таки соль была, определенная соль была. Вот, у соли сибирская, ну, по составу. Соль, она никак не могла явиться консервантом Хамбаламы Тигилова. Ученые также сказали, ну, если бы она могла явиться консервантом, то давным-давно бы, говорит, всех солили бы, говорит, и все нормально было бы. Открыли, а там же волосы нормальные, вот человеческая кожа. Я думаю, ничего себе это. В это время очень так явно падало лучи солнца. Верхушка головы, она заблестела, она засияла, заблестела, она как отполированная. Потому что обычно с трупом происходит что? Кожа мутнеет и становится матовой, правильно? Ну, все были в шоке. Эксперт был, он спустился, ну, как по-медицински, все, в перчатках он был, в масках. Взял, все это попробовал, там раз голову повернул, маленько руками все поделал, и Хамбаламе доложил. Сказали, что он все находится в хорошем состоянии, все нормально, он вроде говорил, и Хамбалама нам приказал обратно закрыть. Мы закрыли, аккуратно все обвязали, все подняли, и вот машину, загрузили в машину и увезли в Волгинский Датсан. A forensic medical report written in 2002, immediately after Itigilov's body was exhumed, stated, "The skin is pale grey, dry, and soft when pressed with fingers. The corpse's soft tissues are tight and elastic. Joint flexibility is retained. Hair on the head and nail plates are retained. There are no signs of previous opening of body cavities for embalming or conservation purposes." И потом, когда мы снимали одежду, вот, верхнюю одежду, и вот кусочек кожи оторвалось. Из того места пошла кровь. Вот прям капля крови. Вопрос. Удивительно. Как-то. Как, ну, человек, имеющий отношение немножко к медицине, к науке, да, я просто был удивлен, что я 70 лет в земле нельзя просидеть, да. Он должен был сгнить. Я прикасался только к рукам. И вот в первый момент мне показалось, что руки теплые, и руки как у живого человека. Бывает, достаточно большой эффект у меня был встречи. То есть такое соприкосновение с чем-то таким большим, необъяснимым и с сильной энергетикой, это однозначно было. Многие остальные, ну, те ламы, которые, ну, вот, вроде как сохранились, они же там, ну, если рентген показывает, что там внутри-то пусто, то есть их покрывали лаком там. It's traditional in Buddhism to make full-height wax figures of famous monastic characters, both living and dead, as well as to embalm the bodies of deceased great lamas in a meditation pose. For example, in Mongolia 2016, there was a ceremony to bring the precious body of Bogdo Gegin, the ninth Jebtsum Danba Hutuktu, into the country's main Buddhist monastery, known as the Gantan Tigchinlan, who was the spiritual head of Mongolia. He died in 2012. And his will stipulated that his students should preserve his mortal shell and make it a relic for worship. For almost 4 years, Mongolian and Tibetan lamas worked to embalm his body. Mongolian Buddhists call a lama's embalmed body a mardan, or relic out of its powers. This means that the body is preserved with the help of a third party who uses conservation techniques.
ийм зүйлүүд бол байна да. Тэгэхээр мардан гих тэр гойном ба бяслгачин гих хоёр бол ялгаатай. Нэг нь бол хүний гарын оролцоотой одоо шамнар нь өөрсдийн хүслээр тэр мардан хийж шүтэн болгож зарч байна. Тэгээ босод газруудтай харьцуулах юм бол монголчууд мардан хийхдээ өөрсдийн гэсэн уламжлалтай байна. Тэгээ бас тэр нөгөө хүний биеийн тэр антометрийг бол түүн дээрээс өөрлөөд тэгээд ер нь олон одоо тэр хуучин уламжил ном судруудаа хамж байгаа. Тэгээ гадна талаар нь бол одоо яг борхон бүтээж байгаа мэт ингэж бүтээж хийж. At the same time, a relic in its powers tells us that a Buddhist lama has slowed all of his own body's metabolic processes through prolonged and deep meditation. Тэр гогнумба нар бол яг хэр 5 мэдрэхүүгээ хаагаад өөрийн одоо энэ сонсох, үнэртэх, амтлах тийм ээ хүрэлцэх, үзэх төрөвөтэй энэ 5 мэдрэхүү хаагаад зөвхөн сэтгэл ижийн амар шиг байгаа буюу сэтгэлийн одоо тэр тийм мэдл дээр төвлөрөөд оюун санаагаа тэнд төвлөрөөд бясалгал хийж байгаа. Хизээ бурхны утгыг бүтээхийг хүртэл тэнд бясалгал хийж содор номд айлцсан байна. Тэгэхээр үүнийг бас нэгтлэх хэрэгтэй. In 2015, in a garage on the outskirts of Ulaanbaatar, a male body in the lotus pose was discovered. It turned out to be a lama who lived 200 years ago. Tsorish Sanjav Tserenshimed, a student of the sainted Mongolian monk Bagdo Geser, an Ulaanbaatar resident had stolen the lama's body from a mountain cave to sell it in the black market for ancient artifacts. Олон одоо агуу энтэрт бол бясалгаач намар эртнээ сооцсон юм бол гогнон баанар байдаг гэж сонсдог. Үнэхээр сонсогддог байдаг гэдэг юм лээ. Тэр одоо агуут гэж газар байна. Тэр агууд бол бас өн эрт бурхан заларж ясан ч гэж ярьдаг. Бурхны одоо шавнар боц одоо нар тийм бясалгааны үлдэж байгаа гэж ярьдаг. Тэрийг бас судлаж үзэх хэрэгтэй бидэнд. Одоо тэр судалгааны баримт дээр нь толгуурлаад урагшаа хөөд судлах, тодруулах хэрэгтэй юм байна. За 1900 оны ихэнх үед бол одоо энэ бүрээдийн As for Lama Tsorsh Sanjav, Burhench Lama Puravat, the famous Buddhist icon painter and director of a special committee that studies his body, believes that the resident who stole the monk wasn't able to preserve it properly. The lama's body lost the state of deep meditation, which is why it resembled a mummy. Энэ нутгийн зөвлөлийнхөө нэг хэдэн хүмүүстэй яг тэр Санжижу Аграмбиг одоо энд хотод ирсний дараа хулгайгаад ирсний дараа одоо нэгдүгээр эмлег дээр тэнд аваад байршуулсныхан дараа одоо нутгийн хайдын хүмүүстэй очиж очижээсэн. Гэхдээ энэ ямар юм байдаг юм бэ? Үнэхээр одоо эн чинь 100 гаруй жил болцсон гэхэд гайхамаар. Тэгээд нэг зөөлхөн. Тэгээд цаашаа гидсэн ингээд одоо эн чинь зандан сүрсэн сарил бол одоо хатцсан байгаа үстэй. Тийм биш. Ингээд гидсэн наашаа цаашаа дүндгэн ингээд. Тэгээд тийм байсан. Тэгм учраас энэ хүнийг бол одоо би хизээд тэр зандан шуудсан сарил гэдгийг бол одоо хүлээж өвшөөрөхгүй. A special stupa was built for Tsorsh Sanjav on Sadnom Darja mountain at an altitude of 2000 meters. Next to that of his teacher, the holy monk Bogdo Geser, who died at the end of the 19th century. He left instructions that his body should be embalmed and buried in a mountain cave so that his sacred body would be preserved for centuries and could protect the homeland and its people from evil manifestations of karma. Одоо бол хоёр шүтэн маань тэндээ байгаа. Тэнд байх байхдаа бол одоо бид нэр бол тийм алдаж ясах төвшөнд биш. Өөр одоо тусга засгийн газраас анхаар, засгийн газраас энэ төсөв баталж өгсөн. Тэр хүнтэй харчдаг ийм төвшөнд болгож тавьсан. Одоо бол тийм байхгүй. Одоо бол ерөөсөө уусуу тэгэл шууд тэндээ очиод мөргөөл залбираад ер нь тийм л байсан чинь ер нь тэрүүгээрээ л байх хэвээр. Тэрүүгээрээ л байх хэвээр.
According to Mongolian lamas, if Dzogchen Sanjav's remains are no longer disturbed, they can become a sacred relic for the whole Buddhist world, like the incorruptible Khambo Lama Itagilov. Unlike Itagilov, Sanjav was discovered too early, before he was ready to emerge from meditation. Itagilov was dug out of the ground exactly 75 years after being buried, according to his wishes. But his grave was opened twice, in 1955 and 1973, to check the body's condition. According to Itagilov's will, he was to be buried for good if the body began to decompose. Incidentally, a 104-year-old monk, a Manga, who also tried to preserve himself and spent 25 days in a state of deep meditation, was recently cremated in Mongolia. However, his body started showing signs of death, so the decision was taken to cremate him immediately. According to Doctor of History Galina Ershova and other specialists who studied Itagilov's body 2 years after it was unearthed, Khambo Lama could have been revived. Известно два достоверных случая, когда один раз сидел 7 дней вот в таком состоянии под землей, йог заткнув нос, уши, и вот под контролем, значит, а второй 40 дней. И после этого их выводили. Выводят следующим образом. Разогревают плечи и голову. То есть в одном случае это было горячее тесто, как описывается, в другом случае это вот массаж, теплая вода. Так вот вроде запускается циркуляция крови, и человек выходит из этого состояния. Если бы это было сделано, вот Итагилова вывести из этого состояния было бы возможно, но, скорее всего, это было на какое-то мгновение, то есть он помычал бы и вот умер бы окончательно. Потому что дело в том, что у организма есть некий ресурс, и этот ресурс не бесконечен. In 2004, upon re-examination of the body, experts took samples of Itagilov's hair, nails and skin for testing. The chemical composition of the tissues was found to contain 40 times the normal amount of bromine. Scientists believe that a few months before entering the state of samadhi, Itagilov had purposely consumed bromine-rich plants, which grow around many salt lakes in Buryatia. It was largely with the help of bromine that Khambo Lama Itagilov managed to shut down sensory receptors and enter a state similar to anabiosis. Tests also showed a significant excess of calcium, barium, and strontium in the body. These elements, when applied to nerve tissues, help bring them out of a state of depression caused, for example, by exposure to cold. Когда в 2002 году мы подняли Khambo Lama Itagilova, судмедэксперты сразу сказали: максимум у вас 2-3 дня, и вы его потеряете. При взаимодействии с кислородом идет сразу процесс окисления. И, памятуя об этом, мы заказали холодильную камеру, привезли, посадили внутрь Khambo Lama, задали температуру. И когда на завтра утром пришли, на стеклянной дверце области головы была испарена. Они это интерпретируют как, ну, какой-то вот он дает знаки. На самом деле это вот произошел вот тот самый выброс влаги. То есть вот, вот этот срок закончился, когда организм еще выдерживал вот это состояние анабиоза. И все-таки наступает момент смерти, и происходит выброс влаги. И вот с этого момента начинается процесс мумификации. Во время больших молебнов, когда мы переносим Khambo Lama Itagilova в главный храм Цокчендуган, он там ночует, на завтра весь день во время большого молебна он присутствует, проводит молебен с нами, получается. И к вечеру, когда мы обратно его переносим, по его лицу
видно, что он устал. То есть цвет лица у него меняется, становится более темноватым. Кажется на вид, что он более осунутым стал. То есть физически явно видно, что человек устал. Я где-то в течение года ездил каждый день, смотрел, температуру мерил, там, вес измерял. Но я никаких изменений не нашел вообще практически. Немножко руки потемнели и лицо. А потом заметил, паломники, когда идут, они же все время руки трогают, там, простой человеческий жир. Также из признаков жизни у Хамбалы Тигилова идет потовыделение. Один раз мне даже смешно стало, когда мы его переодевали, смотрю, у него две капельки пота на лбу вышли. То есть это ему тяжеловато. Если при первом осмотре Итигелов сохранял, в общем, тот вес, который соответствует, ну, его возрасту, его все ткани, они, в общем, выглядели так, как будто бы, если бы он умер вчера. А когда уже мы осматривали это в 2004 году, вес, конечно, существенно убавился. Он начал усыхать, вот, и, конечно, вот той мягкости ткани не было. Мы перестали температуру измерять, мы перестали вес смотреть, там подобие. Мы просто смотрим его состояние тела, лица, то есть. Особо, как бы сказать, изменений нет и не должно быть. Все, Хамбалы Тигилов сам же зашел туда, сам сохранил свое тело. Мы же там не принимали никакого участия. Мы кто такие, чтобы что-либо сегодня с этим телом делать? С Итигеловым мы обрели возможность вот изучить все, что можно, вот как бы в момент практически происхождения всей этой истории. Потому что вот если бы не было исследований, а вот только сейчас его раз, вот и, там уже засохшего обнаружили бы, то сейчас бы любой сказал, ну что, мумия, мумия, кто мумии не видел. Я не могу сказать, что он мертв, не могу сказать, что он жив. Ну, как верующий, я, наверное, буду считать, что живой. А как медик, я считаю состояние, ну, вот состояние комы. Он для меня все лучше, лучше, все живее, живее, живее. Наша сегодня задача, мы его радуем. Там, где ступала нога Хамбалы Тигилова, мы там строим, возвращаем, освещаем, такой порядок, понимаете? Вот как мы все, что мы не делаем сегодня, мы только ради того, чтобы его порадовать. Сегодня самое ценное, наверное, для нас – это ежедневные вот эти его учения, которые Хамбалы Тигилов передает через своего оракула. Сегодня ежедневно получаем это учение и можем ориентироваться для того, чтобы дальше двигаться нам, то есть его ученикам. According to Buryat Lamas, Хамбал Лама Итигилов conveys messages through his main keeper, Бемба Лама Даражиев. Он каждый день с утра проводит молебны и входит в своего рода в такое общение с Итигиловым. И он рассказывал, что это происходит как вспышка молнии, как озарение. Он видит картину, слышит текст. И он тут же записывает и идет к Хамбаламе. On his Facebook page, Дамба Аюшиев, the 24th Пандито Хамбалама, and head of the Buddhist traditional Sangha of Russia, presents himself as an assistant to the 12th Pandita Khamba Lama Itigilov and posts instructions from his mentor. Here are some excerpts. A man says, take a nice good place. Khamba Lama Itigilov pointed out, meditate on a serene mind. Or a man said, it's good to live in a country. Itigilov replied, meditate on the subject of violet pink. Одно же из его учений было такое, что научитесь отличать остаточное от избыточного. Я сейчас понимаю о том, что мне сейчас нужно устраиваться, как вот Итигилов сказал, от остаточного. А мы же все думаем, что все еще впереди, все еще впереди. Итигилов, когда свои откровения дает, он ожидает то, что мы готовы принять. Что мы примем это. Понимаете? Большего авторитета в буддийском мире, чем Итигилов, может быть, изречение только самого Будды, наверное. А Итигилов, как вот, проживший в этом в человеческом теле, имеющий какой-то опыт, он и дает такие советы, которые помогают вот, нам, себе подобным. Конечно, когда люди приходят к Хамбалы Тигилову, очень много помощи,
То есть, когда люди приходят, у кого-то исполняется пожелание, у кого-то рождаются дети, кто-то спасается в несчастных случаях, авариях и так далее. Кто-то излечится от заболеваний, в том числе раковых. А также очень много людей приезжает, говорят, что Хамбалама-Тивилов их позвал. Ну, люди будем первого, самого высшего ранга сюда приезжают. Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, сюда приехал. Путин посетил наш Волгинский Датсан. Ну, если первые лица России здесь были, ну, что говорить про других? Во время службы он сидит у нас в центральном месте, там, где должен сам Хамбалама сидеть. А я, как первый помощник, сижу в стороне. Фактически люди-то идут к нему. Так что тут состояние интересное.